Всем привет, с вами Герс Никита, и сегодня я хотел бы поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. У меня уже где-то около 6:30 вечера в моем городе, то есть через пару часов у меня наступит Новый Год. Ну, у всех, конечно же, по-разному, у кого-то, например, на Востоке он раньше наступит, а на Западе он, наоборот, позже наступит. Но не суть. Поздравляю вас, ребятки, всех с наступающим Новым Годом, желаю оставаться в добром здравии, желаю провести и встретить этот Новый год успешно. Желаю, чтобы у вас присутствовали только позитивные эмоции, то есть не было никакого негатива, чтобы вы окружали себя только позитивными и успешными людьми, чтобы вы жили, так скажем, на позитиве. Вот так вот, ребята. Этот год, на самом деле, выдался для моего канала довольно плодотворным, потому что за этот год я набрал 15 тысяч подписчиков, то есть в конце 2016 года у меня было 10 тысяч подписчиков, и сейчас у меня почти 25 тысяч подписчиков. Конечно, очень много раз я упускал, так скажем, минуту своей славы, не побоюсь этого слова, то есть на самом деле сейчас могло быть более 30 тысяч подписчиков, но, так скажем, я распылялся на большое количество тематик, и из-за этого люди просто-напросто отписывались, а приход новых подписчиков прекратился, потому что я постоянно прекращал записывать летсплей. То есть я их то начинал записывать, то прекращал. Но меня радует то, что я за этот год заснял несколько видео на английском языке и выложил их на основном канале, что довольно удивительно, где я пробовал петь песни на английском. Также купил вот эту камеру, экшн-камеру, на которую я сейчас записываю, и заснял на нее парочку влогов. И в новом году я постараюсь заснять как можно больше влогов. Просто не люблю, ребят, на самом деле записывать влоги ни о чем. Как некоторые блогеры делают влоги, просто, ну, нужно записать влог, записывают влог и ни о чем. По сути говоря, никаких интересных мест они не посещают, просто какая-то болтология бессмысленная, которую можно, по сути говоря, сидя у себя дома записать. Ну вот, я наконец-то вернулся к летсплеям и, так скажем, снимаю несколько тематик. Знаете, ребят, чего душа моя захочет, то я и снимаю, так скажем. Сегодня заснял летсплей, завтра заснял мнение о фильме, послезавтра заснял, как я пою песню на английском. Но надеюсь то, что в следующем году у меня уже будет 50 тысяч подписчиков. Не знаю, ребят, надо ставить планку выше, на самом деле, чтобы до нее попробовать дотянуться. Не знаю уж, наберу я до 50 тысяч подписчиков или нет, но буду очень стараться. Это на самом деле зависит в большей случае от алгоритмов YouTube. То есть если мои видео YouTube будет пропихивать в рекомендованные, на главную страницу, то, соответственно, у меня будет большой прирост подписчиков. А если такого не будет происходить, как в последнее время, то, соответственно, новых подписчиков мне не видать. Вот. Но, тем не менее, я очень рад тому, что вы, ребят, на меня подписались, и то, что вы меня продолжаете смотреть. Всем, конечно же, хочу сказать огромное спасибо. Без вас этого бы, на самом деле, ничего не получилось. Только благодаря вам я, так скажем, продолжаю снимать свои видеоролики на YouTube. И до сих пор уже в течение 5,5 лет я это продолжаю делать. Ребят, ну я думаю, что уже все накрыли свои столы, заполнили их салатами, может быть, выпивкой, рыбой, мясом и так далее. Ну а я на самом деле даже сегодня умудрился сходить в тренажерный зал утром. То есть, как говорится, Новый год, а работа, хобби, учеба по расписанию. Вот, поэтому я отлынивать не собираюсь, даже в каникулы, так скажем, которые у нас сейчас после первого семестра начались. Вот, и, конечно же, не собираюсь отлынивать от записи видео. То есть в новом году постараюсь все-таки записывать больше видео, потому что в последнее время я стал их мало записывать, но ближе уже вот как раз
концу декабря я ускорился. Даже по два видео в день выходил. Раньше выходил два видео в неделю или одно видео в неделю, а теперь два видео в день иногда даже выходит. Все, ребят. Желаю всем удачи. Всем спасибо за просмотр и всем пока.